Говоримо про Казахстан. Власне, от Костянтин згадав Казахстан в своєму виступі, в нашому діалозі, сказав, що це та країна, з якою зараз варто в Азії почати спілкуватися більш тісніше. От до нас долучається Володимир Козлов, опозиційний казахський політик і політв'язень. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня. Вам зручніше буде російською все ж таки спілкуватися чи українською? Вопросы я могу слушать и украинские, но отвечать пока под российской. Лучше, чтобы это не было бы смешно. Гаразд. Добре, тоді я буду говорити повільніше. От на ваш погляд, зараз Казахстан більш проукраїнський чи більш проросійський, зважаючи на ту кількість росіян, яка в'їжджає до вашої країни? Для начала можна немножко от дефініції утвердить, потому что Казахстан – это Казахстан – власть и Казахстан – люди. Это, в Казахстане это разное. То есть власть Казахстана в лице Токаева, президента и очень большого числа чиновников – это прокремлевская власть. И тому есть множество и примеров, и объяснений, начиная с того, что Путин, в общем-то, назначил или поставил Токаева президентом Казахстана в январе, для чего Токаев сделал очень многое, очень много плохого, в том числе отдал приказ стрелять по своим людям, и погибло около 300 человек, это по официальным данным, мирных жителей, в том числе женщины и дети, при подавлении там стихийных каких-то проявлений, где только не только стихийные были, там и Назарбаев, но эта тема сегодня не наша. Ну, то есть Токаев, он изначально был пророссийский политик, и потому что это и образование, это и жена в России, это бизнес у сына в России, это недвижимость в России, это много чего в России. И Токаев, он не стал независимым, не стал самостоятельным политиком, будучи президентом Казахстана. Токаев – это исполнитель воли. 30 лет он исполнял волю Назарбаева, теперь он будет исполнять волю Путина. И все, в общем-то, кто живет в Казахстане и интересуется этими вопросами, этими темами, это прекрасно понимают. А вот люди Казахстана – это совсем другое. Это совсем абсолютно другое. Это почти полностью эта поддержка Украины. Это абсолютно точное понимание, если, в случае, если бы, скажем так, Украина не победила Россию, то Казахстан был бы следующим, и, в общем-то, не исключено, что он и будет следующим, даже тогда, когда Украина победит Россию, потому что Путину нужно будет где-то найти отдушину, и 7500 километров наземной границы, которая практически не контролируется Казахстаном, это, конечно, штука такая, которую очень легко преодолеть. Ну и тем более, конечно, у нас есть такой охват с запада до севера, от Уральска до Петропавловска, который населен очень большим количеством, не скажу сейчас, что большинством, но огромным количеством русскоязычных людей, которые откровенно пропутински, это видно по сетям, то есть ситуация там вот такая. Ну, російські пропагандисти вже співають пісню про те, що Токаєв різко змінив позицію, і він тепер кусає нашу руку. Тому що і дії, і вчинки Токаєва за останні кілька місяців цієї війни показують росіянам, що от на нього надіятися не можна. І там уже у Соловйова не раз казали про спеціальну операцію на території Казахстану. І що Казахстан свою армію збільшує і нарощує, і, мовляв, це нам загроза. Але мене в даному випадку більше цікавить все ж таки позиція простого народу, який, попри все, обирає так чи інакше цю владу в законний спосіб. Тобто зараз у цій ситуації з війною казахи стали на український бік. Але чому тоді така кількість росіян так легко знаходить прихисток в Казахстані? Чому вони саме в Казахстан тікають? Тільки через те, що кордон великий? Тільки через те, що влада лояльна? І кордон великий, і влада лояльна, і російський язик не потрібно, так сказати, переучувати на казахський. Тобто дуже багато причин. Но основная причина – это действительно влада очень лояльна. То есть
русские люди, пересекая, россияне, скажем так, пересекая границу в Казахстане, они получают очень много преференций в части того, что поддержка получения ими ИИНа и всего прочего, очень много. Сейчас вот в сетях возникает ситуация, когда русские или русскоязычные, скажем так, пророссийские владельцы мелкого там среднего бизнеса увольняют казахов и принимают вновь прибывших россиян на работу. То есть это было даже уже официальное заявление о том, что такое, так сказать, недопустимо. Но прежде всего для понимания нужно сказать, что как бы красиво и не говорил Токаев, и грозно, так сказать, не морщил, там сказать, переносится в адрес Путина, он это делает, он мастер слова, он не мастер дела. То есть это мимикрия. На самом деле в первую волну, когда первая волна россиян была, залетела в Казахстан, это огромное количество, там исчислялось сотнями тысяч, это когда от санкций россияне бежали, то в первую волну очень много ушло в Казахстан российского бизнеса, в том числе транспортного. Они быстренько очень перерегистрировали свои машины, свои колонны транспортные на казахские регистраторы. И сейчас с казахскими номерами очень даже запросто уводят Россию от санкций. И были несколько сигналов о том, что колонны идут от Китая через Казахстан в Россию, через Семипалатинск, вот через наш восток китайский, где у нас и с Китаем огромные границы, и множество. Кайф на самом деле больше работает на Россию, но просто очень умело делает вид, что это не так, но он все-таки дипломат со стажем. Хорошо, спасибо. Велике дякую вам, пане Володимире. Сподіваюся, що побачимо вас ще в ефірях. У нас є багато ще про що поговорити з приводу Казахстану. Зараз за одну розмову все не охопиш. Дякую вам за включення. Володимир Козлов, опозиційний казахський політик і політв'язень, був з нами. Панове, зараз йдемо на невеличку паузу, підготуємося до наступного випуску новин. І вже о 17:00 розповімо вам про останні події в країні та світі.